Во внутреннем дворике Мариинской гимназии сегодня с самого утра кипела жизнь. Родители завязывали детям галстуки, учителя выстраивали мальчишек и девчонок парами, а руководство гимназии раздавало ученикам шарики. Все дружно готовились к началу флешмоба. Дан старт. Длинная живая колонна начинает двигаться от Мариинки вверх по улице Гончарова, главному месту действия – Соборной площади. Спустя 30 минут тысячи человек оказываются перед домом правительства, где под музыку ученики гимназии встают на отведенные им места и разворачивают плакаты. Это начало целого цикла мероприятий, посвященных дню рождения гимназии. 2 мая исполняется 199 лет со дня образования учреждения Мариинской гимназии. И мы открываем таким образом предюбилейный год, даем обратный отчет предюбилейному году, когда гимназии исполнится ровно 200 лет. Дети с 1 по 11 класс вместе пели гимн школы, после чего одновременно выпустили в небо 1000 шаров. Зрелище на удивление получилось красивое и эффектное. Мы сегодня пели гимн нашей школы перед домом правительства. Мне очень понравилось. Нам было очень радостно поучаствовать в этом мероприятии, потому что мы очень долго готовились, и мы желаем нашей школе очень долгих лет процветания. Я держала в руках шарики, я его отпустила, и, конечно, это такие замечательные чувства, понимать, что я учусь в гимназии, которая имеет такую длинную и интересную историю. 30 апреля в Губернаторском будет дан официальный старт предюбилейному году. Там состоится концерт и презентация нескольких интересных проектов, которые будут реализованы в гимназии уже в следующем учебном году. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.